Всем привет, дорогие друзья! Я определился с ником, у меня вот Сатаникс, вот Сатанюк, Сатанюх. Я сейчас открываю с другом кейсы, ну как бы я открываю кейсы, знаете, 560 рублей, 560. Сейчас мы будем открывать по одному ключику, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 кейсов, и они, конечно, довольно, может, планшетки, на мой взгляд, я не знаю. Вроде мой друг... А, да ладно, есть... неплохие. Да-да-да, вот у меня... Из там... этих кейсов может выпасть нож бабочку, у которой анимация прикольная. Да, его зовут Ислам, короче, и мы сейчас будем с Исламом, с Исей открывать сундуки. С какого начнем? Давай вот оружейный кейс Феникс. Он стоит такой справа, одинокий. Хорошо. Достаточно был популярным, когда вышел только Феникс. Да. Среди 93 рубля, ребят, я форму открываю. Чё, сука? Начинаем. Давай. Короче. Арочка какая-нибудь. О, неплохо, неплохо, неплохо. Мак. Он прямо с завода? Жар. Да, походу, он вообще не покоцанный. Да, на вид тоже. Хотя не, вон, сейчас проверим. Ну-ка. Сейчас, пацаны, все оружие. Ну-ка. После полевых испытаний. Давайте осмотрим. Мне нравятся эти желтые такие обуви вокруг. Нормально, выпало нормально, хорошо, поехало. Итак. Давай. Дальше. Контракты ключи. Так, дальше открываем, давай. Давай. Зеленый и желтый какой-то. Не, давай закончим с оружейными кейсами. Да не, давай, знаешь, так по порядку. Ладно. Сейчас у нас было недавно лето ближе, так что давайте летние кейсы откроем. Открыть. Да, авторизировать. Поехало. И гейминг. И гейминг. Чё, пацаны, что можно? Здесь много... Тут Ягуар очень классный кейс, Ягуар. Фух. Давай, Ягуар, Ягуар. Или нож бабочка, давай, нож бабочка. Негив, давай! О, все отлично, у меня электрофиолет просто есть, негив, тра-та-та. Воу, ты чё, у него тоже есть, он бомжарский, сколько он там рублей? Бомжарский? Он 4 рубля стоит. Он вообще немножко покоцанный. Тут, ну, ладно, не знаю, наверное, я лично рад ему, потому что прикольно очень вот это. Ну я да, еще... это забавно, я тоже посчитал. Сейчас. Все оружие. Где он? Вот. Свон спросил. Да, нормально такой. Сколько у него поношен? Вот ну, да не, все, бомжарство, за копейку, правильно. Хорошо. Пока что в минусе, вроде как. Ладно, да. Давайте зимний. Открыть. Купить давай. Ключ. Наслаждайтесь. Давай, Гейб, не подведи меня. Давай! Не подведи меня, Гейб! Не подведи меня! Давай! Да! Термолист, что он прямо с завода. Он покоцанный. Не, он, видишь, покоцанный вот здесь. Блин. Ну все же что-то уже. Все же что-то. Ну нет, я лично рад, потому что у меня и так приметы из бомжатки, я потом выйду на CSGO Lunch. Фига тебе везет. Ладно, давай, забей, не, потом. Не особо везет. Легендар немного поношенный, немного. Давай, следующий, открывай. Снаряжение. Ой, легендар, давай. Все же, ребят, я клянусь, вам должно так же вести примерно. Хотя у меня средний везет. Давай, оружейный кейс. Оружейный кейс. Открыть. Купить. Что тут может упасть? Азимов, давай, Азимов. Азимов, пожалуйста. М4А4, Азимов. Азимов, вот этот. Давай, раз, два, три. О! Или АВП Редлайн, давай. Пролетели, только что такие пушки клёвые. Лол. МП9, железная роза. Лол, она красивая. Да она красивая, но продажа пальца пойдет. Носить его надо. Она вообще не покоцанная, чувак, по-моему, прямо с завода. Не, по-моему, там немножко вон. А где она, по-твоему, покоцанная? Внизу. А, вот, да, вот это вот. Тогда она совсем немножко поношенная, скорее всего. Да, мне тоже кажется, немного поношенная. Прямо с завода! Так, давайте дальше, дорогие друзья, продолжаем. Что ж, у нас осталось два кейса. Вроде самый последний из этих я юзал синий, да, из цветы? Да. И зеленый ты тоже взял. Ну, зеленый я взял. Давай, зеленый, давай. Давай, зеленый. Вот в правильном порядке, вот, пожалуйста, выпади хорошая вещь. Гейминг, давай, пожалуйста. Ладно, сейчас.
Просто давай, М4А4. Нет, Дигл! Нет! Стат-трек! Стат-трек! Стат-трек, я сплю на кровавый тигр. Неплохо, носить можно. Да, поношенный немного, по-моему. Немного поношенный. Ну, его чисто так носить. Он прикольно выглядит стат-треком. Стат-трек. Ну, это нормально. И лично я обрадовался. Давай. Ладно, давай синий, потом посмотришь сразу, все. Где качество, сейчас. Мне лично мне он нравится. Он чисто вот такой. Не посмотрел. Немного поношенный, так и знал. Так. Ну что ж, ребята, момент истины. Нож. Давай, нож. Последний сундук, и сейчас должен нож выпадать. Нож, 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 нож. Нож! Нож! Че выпадает нож? Отвечай. Нож! Давай! Давай! Давай, нож, давай! 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 Ну. Давай! Стоп трек, о! Fight Seven, what the fuck? Нож, где мой нож? Окей. Стоп трек! Он прямо с завода, походу. А, не, вот, походу. Блин. Где мой нож? Где мой нож, бомжары? Гей, я тебя убью, да. Стат-трек. Ну, в принципе, это не оправдало, мне кажется, деньги. Ты, наверное, 200 рублей. Немножко в минус, там минус на рублей. 300. Рублей 300 ты ушел минус. Ну, мы проверим, я в этом видео же буду ставить эти какие цены. О, сука. Ну, это, пацаны, было первое открывание кейсов. Второе будет не скоро, а если будет, то только с четырьмя сундуками, что я бомжара сраная. А я не пользуюсь хитрой тактикой школьников экономить на завтрак. Так что... Потому что я бесплатно на самом деле ем, да, типа? Вот. Ну, с вами был я, Сатаникс. Помните меня как Сатана? Сатаникс. Сатана, который средне везет. Нормально. Лично я доволен такими примерами. И красивые. Вот, Памос. Что ж, всем, дорогие друзья, пока. С вами был мой друг Ися. До свидания. Друг, и я, Вован, короче, Сатаникс. Всем пока.